самоходные гаубицы со снарядами в основном предназначены для подавления и уничтожения. Фугасные снаряды разной модификации с максимальной дальностью стрельбы 15 километров. В зависимости от тактических задач стрелять могут и относительно мирный исход, тем более тогда, когда будет в определенное время взрыватель и, в общем, вот эта порция этих листовок, там всего 4000. Приезжаем на территорию, и здесь напоминание о тяжелых боях пулями и осколками суда, разбитые промышленные здания, обломки военной техники. Попытки. Но все крайне понятно. Ответного огня с территории комбината на удары сил Донецка не наблюдаем. А вот с живой силой, как говорят на позициях, повозиться еще придется. Проведя серию первых залпов, батарея корректирует цели и бьет.